Пятая неделя науки Удмуртии. С 5 по 11 февраля в Удмуртии прошла юбилейная пятая неделя науки, организованная Удмуртским федеральным исследовательским центром Уральского отделения Российской академии наук при поддержке правительства республики и посвященная 300-летию Российской академии наук. В этом году она проводилась в новом формате, а ее мероприятия посетили около 1000 человек. Удмуртия – это оборонный край державы. Мы высоко держим эту планку, и поэтому привлечение здесь, значит, такой исследовательской работы нашей талантливой молодежи, напомню, наши школьники входят в школы, входят в десятку по Российской Федерации по итогам обучения по школьной программе. Но, к сожалению, многие из них, большинство, уезжают и потом не возвращаются. Поэтому онтологически главная цель всех этих мероприятий – создать такую систему, чтобы наши молодые талантливые ребята работали здесь, на территории, они здесь будут оставаться, здесь и здесь будут интересные, сложные виды деятельности. Что касается главного модного слова «нарратива» всех этих мероприятий, это, ну, так назовем, восстановление суверенности российской науки. Сейчас говорят о научно-технологическом суверенитете. Ну, не секрет, что за прошедшие 30 лет многое было подвержено очень сильной коррозии. И поэтому одна из задач – это восстановление, как это сделал Ломоносов в свое время, восстановление российского научного суверенитета. Поэтому это базовая задача, над которой, ну, во всяком случае, мы точно работаем. Почти каждый день праздничной недели был посвящен отдельным видам наук. Так, 5 февраля стал днем физико-математических наук. Сотрудники физико-технического института УДУМФИЦ УРАРАН провели экскурсию для студентов Института математики, информационных технологий и физики УДГУ. Они посетили лаборатории, ознакомились со стоящими перед подразделениями научными задачами и работой современного высокотехнологичного оборудования и получили ответы на возникшие вопросы. В университетах нет такой большой базы оборудования, вот, а тут как-то более наглядно и, возможно, кому-то даже более интересно станет именно научное такое направление, потому что тут везде все наглядно показано, и поэтому в целом это может пробудить интерес. Мне пробудило. В этот же день Удмуртский институт истории, языка и литературы Центра открыл книжно-иллюстративную выставку, посвященную 300-летию Российской академии наук. В экспозиции были представлены издания, освещающие этапы существования Академии. Императорская академия наук, Академия наук СССР, Российская академия наук. Во вторник, 6 февраля, в Национальной библиотеке Удмуртской республики состоялась презентация изданий Удмуртского института истории, языка и литературы Центра за 2023 год. В этот же день, там же, молодые ученые обсудили вопросы развития науки на паблик-токе «Фундаментальная наука и технологии». Они поделились опытом, рассказали, как совмещают научную и руководящую работу, публичность и научную строгость, свободу исследовательского духа и корпоративный формализм. Торжественное мероприятие в честь Дня российской науки и 300-летия Российской академии наук прошло в среду 7 февраля в Доме дружбы народов. В нем приняли участие представители региональных органов власти, руководители и сотрудники научных и образовательных организаций республики. Удмуртская республика всегда славилась тем, что у нас высокоинтеллектуальные кадры, особенно в науке. Ну а в последнее время мы еще и гордимся тем, что наши высокопрофессиональные научные кадры объединены в такой центр, как Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, в котором Михаилу Юрьевичу, как руководителю, удалось сохранить научные кадры, удалось создать замечательные условия для того, чтобы ученые трудились здесь и не выезжали за пределы Удмуртской республики. Есть возможность создания таких сложных профессий, которые есть в нашем федеральном исследовательском центре. И, конечно, главными помощниками УДМФИЦ являются еще и наши ученые, которые трудятся в 5 вузах
Удмуртской республики. Научно-технологическая независимость России и Удмуртии, она вообще-то в руках наших ученых в первую очередь. И это для нас самое приоритетное. То есть это Удмуртский научно-исследовательский центр и, конечно, наши вузы. Директор Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор, почетный гражданин Удмуртской республики Михаил Альяс выступил с докладом, акцентировав внимание участников мероприятия на необходимости создания суверенной науки в нашей стране и необходимых шагах, которые нужно сделать в Удмуртии для участия в достижении данной цели. В четверг, 8 февраля, в День российской науки, председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Семенов провел встречу с молодыми учеными, в том числе сотрудниками центра. Поздравив гостей, он напомнил, что об огромном значении академической науки неоднократно говорил президент страны. Не случайно, в ближайшее десятилетие указом президента объявлено в России десятилетием науки и технологий. Это совершенно не громкие слова. Особенно сейчас, когда складывается такая международная обстановка, исполняя поручение президента о том, чтобы добиться научно-технологического суверенитета, мы, конечно же, с большой надеждой смотрим на вас и со стороны правительства хотим сделать все для того, чтобы максимально оказать вам поддержку. В четверг же состоялись и мероприятия Дня сельскохозяйственных наук. Сотрудники Удмуртского научно-исследовательского института центра провели экскурсию для учеников Первомайской школы. Студенты агрономического факультета Удмуртского государственного аграрного университета побывали на рапсовом заводе партнеров «Удмфицуроран» ГК «Компак». А вечером в Национальной библиотеке Удмуртии состоялась пятая республиканская битва молодых ученых. Ее участники в интересной форме представляли доклады, самый успешный из которых определялся с помощью шумомеров по реакции зрителей. Марат Габриэлло. Итог. Первые два места взяли молодые сотрудницы «Удмфицуроран», младший научный сотрудник Удмуртского НИИ сельского хозяйства Эльжибора Касимова и младший научный сотрудник Института механики Габриэла Марар. В рамках Дня исторических и филологических наук 9 февраля прошли экскурсии в Удмуртском институте истории языка и литературы «Центра». Суббота 10 февраля началась с открытых лекций молодых ученых Удмуртии в Национальной библиотеке республики. А вечером там же состоялась интеллектуальная игра на кубок директора «Удмфицуроран», в которой приняли участие команды 10 промышленных предприятий организации Удмуртии. Победу в ней с достойным отрывом от соперников одержали молодые ученые центра. Второе место у команды АОСГЗ, третье – УДГУ. Кроме этого, в течение всей недели молодые ученые центра проводили лекции в школах Ижевска, прежде всего в школах Российской академии наук. А самым милым и трогательным мероприятием недели науки, конечно, стал флешмоб «Образ ученого глазами детей». Ребята со всей Удмуртии в течение недели присылали свои рисунки, аппликации и даже видео. Всего участие во флешмобе приняли более 110 человек. Спасибо всем, кто откликнулся. 300 лет Российской академии наук, 190 лет Дмитрию Ивановичу Менделееву. Поэтому мы ту историю, которую запустили 5 лет назад, трансформировав День науки в Неделю науки. В этом году мы усилили мощность. Спасибо большое нашим партнерам, индустриальным партнерам, техническому университету за то, что они поддержали. И, конечно, большое спасибо Тенсиной Татьяне Владимировне. Национальная библиотека стала таким важной площадкой для проведения целого ряда мероприятий. Я считаю, что все проходило азартно, очень интересно, с привлечением большого количества молодых ребят, потому что одна из самых главных задач сегодняшнего дня – это привлечение молодых людей в такую интересную жизнь, как научная деятельность. Надо сказать, что вообще власть в лице и главы, и председателя правительства, вице-премьеров, профильного министерства, мы всегда ощущаем большую поддержку всем нашим начинаниям. Они нам реально помогают.